Первый рейс поехал. Гаишнички у нас тут стоят, работают. Проверочка документиков. Так, ну все, документы проверили. Ох, надо поправить. Выезжаем. Ох, блин, поехал, блин. Гранта. Семеновские гаишнички. Ох, работают они, друзья мои. Так, на улице у нас снегопадик такой нехилый. Я ж не поздоровался, ё-моё. Всем привет, друзья мои. На улице опять у нас снега. Да это что, хоть мы в этом году за работа такая? Что хоть за беда-то, блин? Ой-ой-ой. Это просто капец какой-то. Чудеса. Среднебегущих. Все сообщают, что гаишники работают. Это очень замечательно. Замурчательно. Хоть об этом-то говорят в рацию. Ё-моё, блин. Так, ладно, все. Так, что, друзья мои, мчимся мы на Сухач. Сегодня, не знаю, планов никаких не будет. Просто будем, как сказать. О, друзья мои, звоночек у меня. Надо ответить, сейчас включусь. Телефончик у меня звонил, друзья мои. Отвлекся чуть-чуть. Капелюшечку. Так, надо сказать. На Каверницком повороте гаишники работают. Вот такие вот дела. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, ёк-макарёк. На 17 канале сказал. На Каверницком повороте гаишники работают. А я же, она зашипела, я рацию выключил. Ох, и чудо, блин, из Голливуда. А включил и 17 канал. Чего? Я ничего не понял, ни единого словечка. Так, что, снегопад у нас на улице опять. Снег, блин. А все бегут, 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 а светофор зеленый. Что-то я переставил этот. Как он называется? Переделал держатель телефона, он трястись почему-то начал. Паразит. Ох, паразит лежачий. Сейчас опять после снегопада дорога на сухобезводную будет, блин, опять вся хер поймешь какая. Если, блин, не почистят своевременно. Так, сегодня, наверное, нам предстоит еще сгонять рейсик в Городец. Ну и как бы на этом, наверное, ну там видно было. Посмотрим, куда поедем, все покажу, все расскажу. Рейсы-то у меня, ребят, все одинаковые. Все кругом и повсюду одно и то же. Ну, гаишники остановили. Хоть какое-то занятие, разнообразие, да? Разное образие. Ох, Алексей Юрьевич, Алексей Юрьевич, болтаешь ерунду какую. Вроде все, блин, четко, все это затянутый. Ну не знаю, может на видео и не будет трясучки. Тряски. Тряски, барбаряски. Зачем-то вот на этой Лукойловской заправке постоянно эти цифры, эти цены мигают. Видно, не видно. Раз, мигают, раз, мигают. Что, свет? Пробки вышибают, что ли, у них? Ха, точно, наверное, у них пробки вышибают. Электрики, наверное, в отпуске или заболели коронавирусом. Ну, что-то сегодня дорожнички. Кто так, блин, с самого раннего утра гоняют. И сегодня что-то не гоняют. Вообще-то коричневый, какой-то асфальт коричневый.
показывал я уже, вот здесь вот у них, вот здесь они прячутся, иго черное. Законы не писаны. Да, ему повернуть надо. Да. На снегоходе это сейчас вообще круто гонять. Ха-ха! Кстати, не особо круто. В этом году с мужиками он разговаривал, у кого снегоходы ездят. Очень, говорит, плохо ездить на снегоходах. Снег, говорит, пушистый, рыхлый. И его очень-очень много. Так что в этом году на снегоходах, ребята, не катайтесь. Бесполезняк полный. Неинтересно. Нас-то нет, нас-то. Ну, мою, блин. Какая здесь дорога, блин, херовская, узенькая. А сейчас еще, зацените. Ладно. Что сделалось? Все белое. Дорогу, можно сказать, на ощупь надо искать. Надо собаку поводыря. Точно. Представляете, да, такую картину? Несется КамАЗ, а впереди него собака поводырь. Ё-моё, блин. Со скоростью 60 км в час. А, 69. Круто. Ну, есть, ребята, один плюс. Вот, ну как сказать, плюс, уж не плюс, конечно, тут дорога узкая, но вот в такую погоду после метели никто обгонять здесь тебя не будет, можно ехать вообще спокойненько. А почему не будут обгонять? Потому что сзади ни херашеньки не видать, ребята. Там вообще облако снега. Снежная завеса там. Там сзади вообще снегополище. Ужас. Ужас. Настоящий тихий ужас. Дорога называется, как я говорю всегда, трясучка. О, что-то неправильную передачу выбрал. Ладно, давайте. Катимся дальше там на заводе, посмотрим, что будет. Если что-то будет интересное, то обязательно я засниму. И все, ну тогда не останется. Что творишь, блин, ухуй? Вот козел, а? Еще и фак показал. Друзья мои, каких только зверей в лесу не встретишь. Ха-ха, зверюшки. Ё-моё, блин. Чем ты думаешь, человек? Обгоняя, блин, КамАЗ кружёный. Обгоняет, блин, кружёного КамАЗа и пытается меня подрезать еще. Ё-моё, блин. Ну ладно, подрезал. Хер с ним, подрезал, я его бибим. Ну ты зачем мне пальцы-то кажешь, а? Ну ты нормальный, нет вообще. Ребенок, что ли?
Ёк-макарёк, блин. Ну я понимаю, тебе было бы 15 лет там, да какой 15, 13 бы, да. В башке еще ни хера бы не было ничего. Взрослый мужик, блин. Ой, ребята, дорога трясется. О, снег идет, кусты трясутся. Ладно, всяких зверюшек хватает, ну ничего страшного. Надеюсь, ты увидишь мой ролик, дружок, и сделаешь для себя выводы, что так делать нельзя. За такие вещи можно палец, можно остаться без этого пальца, без среднего. Вот так вот. Ух-тык, и все, и нет пальчика. Ё-моё, блин. Ох, ладно. А потом как без среднего пальца жить? Все. Вся жизнь пойдет на смарку без среднего пальца. Знаете этот анекдот про пальцы? Вот я сейчас вам анекдот про пальцы расскажу. Спрашивают, для чего? Ну, кто меня будет смотреть, люди кавказцы, извините, но этот анекдот рассказывается именно с таким акцентом. Вот. Для чего тебе пальцы нужны? Вот 5 пальцев, да? 5 пальцев. Вот этот палец для чего нужен? Для того, чтобы ты всем говорил: молодец, хорошо, лайк тебе, лайк. Этот палец для чего тебе нужен? Чтобы ты всем говорил: ходи туда, сделай то, сделай все. Жене, иди туда, детям, ходите сюда. Этот палец, он сексуальный, я попозже про него расскажу. Этот палец для чего нужен? Купи большой золотой перстень, будут все тебя уважать, скажут: о, хороший человек, уважаемый человек. Хорошо живет, его надо уважать. Этот палец, мизинец, для чего нужен? Отрасти большой ноготь, ходи в зубах, ковыряйся, как будто всегда шашлык кушал, тоже скажут: о, хорошо живет, шашлык кушает, молодец. Этот палец сексуальный для чего нужен? Для того, чтобы будет тебе там 60, 50, 70 лет, ты с бабушкой со своей будешь так жить хорошо там туда-сюда, и она тебе скажет: давай займемся любовью, дорогой. Скажешь: ну конечно, давай, дорогая, займитесь с ней любовью, все будет вообще у вас замечательно. Ну там пройдет минут 5, 10, 15, и она скажет: дорогой, отдохнет, так скажет: дорогой, давай еще займемся любовью. Ты так поднапряжешься, так серьезненько, и займешься еще раз любовью с ней. Она так отдохнет, так опять полчасика поваляетесь там, пообщаетесь. Скажет: дорогой, давай еще раз займемся любовью. И вот тогда, вот этот сексуальный палец тебе пригодится. И ты скажешь: ты обалдела, что ли, старая? Куда 3 раза подряд? Такой вот, ребята, анекдот. Ё-моё, блин, дорога, я на третьей уже еду, ёк-макарёк, блин. Так, ну ладно, мчимся дальше, волосы назад. Ох, снег валит. Все замело. Ё-моё, надо что-то делать, почему-то картинка затряслась. Что такое сделалось? Так, друзья, примчался я на завод. Сухач. Но на завод нас не пускают. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но это неплохо. Выгружаться буду в штабелях. Ох. Фискарем сейчас. В 5 секунд выкидывают меня. Так, вот сегодня у меня беда. Сегодня у меня покушать ничего нету. Пельмени надо варить. Пельмени. Целый пакет пельменей. Там у меня в холодильнике. Что, какой-то вид у меня какой-то дурацкий. Шапка какая-то. Леха, в канале. Какого Леху спрашиваешь? Я. Настя, да, в канале. Что там, куда, что, не подходил, Димка?
Не, не подходил Дима пока. Так, друзья мои, кран что-то не работает. Гружаюсь я в штабелях. Фиг знает, разгребено как-то плохо. Встал как-то вот так вот. Так что не знаю. Серега вон что-то переезжает взад-вперед. Гоняет на новой-то фишке. Вот. Сейчас будем переезжать. Сейчас он поднимется на этот, на манипулятор залезет и перееду тогда. Я не люблю так бегать, прыгать, ну, он подъехал, чтобы сразу подъезжать, так никогда не подъезжаю. Подъезжаю, когда залез фискарист наверх, потому что все равно он должен пипикнуть или махнуть. Он сказал, поехали, и махнул рукой. Да. Снегопад, ребята, снегопад, капец, блин, это что такое будет? Офигеть. И завтра обещают такой же снег. Юрик Макарюрик. Такие вот дела. Ну, полез наверх, Серега. О, ну ладно. Еще установку не поднял. Поднимет, сейчас развернет ее. О, сигнал. Ё-моё, я куда поехал-то? На, ехать-то назад, дитятко! Ох и Алёша! А я вперед покатился. Чё, думаю, отхватишь-то? Сейчас еще, ребят, еду. Поднимаюсь тут, короче, ну, спуск такой, подъемчик. Что-то я не понял, какая меня машина-то обогнала. Какой-то джип ли, кроссовер ли, то ли пикап. Что-то не понял. И сигналит, короче, едет. Я думаю, нифига себе, блин, я раз. Ладно, не в подъеме, уже после подъема. Сережа, поаккуратней, дружок. И, короче, я думаю, нихера себе. Ну, что-то, знает, может, вдруг что-то случилось, отвалилось или что-нибудь, я не знаю. Останавливаюсь. В тапках бежать сразу же за машину. Раздетый еще побежал. Ё-моё, наверное, подписчики. Ребят, ну так сильно не бибикайте. Я напугался, ё-моё, честное слово. Обалдеть. Вроде оглядел всю машину, оглядел прицеп, оглядел, все нормально. То, что снегопад порует все. А так все на месте, колеса вроде на месте. Бревна никуда не поехали. Так что, ребята, сильно не бибикайте. Лучше так вон, где в Сухаче, то местные сухачевские. Остановимся, поздороваемся. Ну, я аж, блин, напугался. Думаю, нифига себе сейчас. Может, уже колес-то нет. Или прицепа нет. Но всякое в голову лезет. Такие вот дела. Ладно, выгружаюсь я, ребят. Что я уже тут? Второй рейс, короче, примчался. Ну, что-то Серега вообще буянит у меня там. О, бревна выехали. Что-то он там забуянил. Пойду взгляну. Все, меня выгрузили. Выезжаем. Ё-моё, блин.
Так, вон трактор подошел. Сейчас меня вытащит. Парни, бегают. О, все, вытянули репку. Опять меня спасли, друзья мои. Чего-то же он. Нифига себе, прицеп-то зарезало. О, сейчас трактор почистит здесь хорошенечко. Все, я поехал уже сам. Практически. Вот и вытянули репку. Ё-моё, блин. Ну чё снег? Ничего не поделаешь. А там как раз поворот такой. Даже круче, чем 90 градусов. И там прицеп-то, короче, да мне бы вообще не выехать. Даже если бы было расчищено, я бы встал бы там в этом. Ну что-то и здесь начал проваливаться зачем-то. Оказия беда. Ладно. Кто у нас чего? А что-то Юрик стоит. Кран до сих пор стоит. Кран до сих пор что-то не сделали. Снегопадик у нас, видите, какой конкретный такой идет. Ё-моё, блин. Так, все, я, ребят, Сукача выезжаю. Вроде все ладно, вроде все нормально. Давайте на этом закончим. Какой что-то позаписывал, что-то не позаписывал, да? Потому что сейчас уже будет темнять. Там уже все равно уже ничего такого интересного и экзотического не будет. Ха-ха-ха, да и не было, скажи, да. Все, времени уже 3 часа у нас. Сейчас. Ну а завтра помчимся домой. И там будет что-нибудь интересное, тоже включусь и позаписываю. Такие вот дела. Давайте, друзья мои. Всем счастливого пути. Всем удачи на дороге. Давайте, всем пока.